Приветствую вас на канале Фан-клуб Total War. С вами, как обычно, здесь я, Кос. Продолжаем прохождение за Римскую Республику, 34-я серия. Началась у нас Гальская война. Прошлая серия закончилась на том, что я неудачно нанял агента, не поставив предварительно вербовщика своего, да, на обилочку. Мы это дело сейчас исправим. Ну и, соответственно, наймем. Ну, осталось два кандидата. Жалко, что упустил предыдущего, у которого все свойства плюс один. Так. Приполководца, да? Ну, давайте возьмем вот эту Хлоэлию Тулу. Но развивать я буду следопыта. Так. В дальнейшем она, может быть, и будет у меня при армии, да? Ну, тогда и координатора тоже. Вот. И потом они выдвигаются, барышню. Тут все подсвечивать нам будет проще. Так. Феррату мы ставим лагерем. Кстати, можно снизить налоги. Денег пока очень много. Так, что еще можно здесь предпринять? Дом юниев мне вот прям не нравится. Что же с ними происходит? Семья достаточно большая. Лидер находится в Анатолии. Так, один во Фракии. Ага, они вообще не действуют никак. Понятно. Ну, барышнями я их качаю продовольствие. Куда тут заслать можно? Сколько стоит? Блин, 9 тысяч не хорош. Так бросаться деньгами не стоит. Так, а вот передовой у нас кто находится? Сейчас мы сдадим ход. Так, это у нас военачальник из дома Панириев. Симпрони Цикурин. Пока не воевал. Здесь у нас находится диктатор. И вот еще легион в Испании. Тоже из дома Панириев. Так, еще раз. Апимий. Панириев, Папириев. Апимий. Блин, не вижу. А, вот он. 51 год. Ну, можно поднять ему должность. Уже в возрасте человек. Но они вообще везде. Кстати, что по кому принадлежит, я показывал, да, вроде. А серию назад. Не прошлое, а позапрошлой. Мы видим, Папири имеют Испанию, Северную Африку и Ближний Восток. Наш дом Корнелиев главенствует в Италии, да, на западе, Греции, Анатолии. За юниями острова, за юлями Великая Греция. Угу.
Так, ну здесь, наверное, нужно сдавать. Быстренько галопом по Европам. Да, это я все смотрел, наверное, нет смысла. Поскольку пищи нет, я ничего не строю такого. Ладно, смотрим. По-моему, всех агентов я двинул. Каких всех? Один же был. Центурион у нас, как его там? Короче, чемпион погиб. Ну, скорее всего, умер просто. А больше никого. А, у нас еще вот здесь агенты. Тут все ищем богатые регионы. Никак не можем найти ничего такого. Вот, бактрийская столица Парфии. Гекатампил. Ну вот, более-менее. Здесь можно... Здесь можно деньги гребсти. Так, в целом, по агентам у нас, по-моему, полный пул. Воителя. А, ну воитель помер, все верно. Воителя можем нанять. И мы это сделаем вот как. Бурдигали возьмем. Так, два кандидата. Публий и Юл. Прибыль от налетов. Пленники, захваченные в бою, своя армия. Строить стоимость набора осадных отрядов своей армии, дальность стрельбы всех осадных, ну, при армии все, блин. Стоимость строительства, ну, без разницы, короче. Ну, давайте возьмем Публи Октави Ковар. Блин, не возьмем. Дождемся вербовщика и тогда возьмем, да? А вообще, что ждать-то? Вот она здесь стоит, здесь и берем. Они вообще похожие были, так что... Ну вот, он будет 4-го ранга. Да, и тут уже можно думать, короче. Так, рожденный, значит, военный инженер. Дальность. Так, ну мы, наверное, будем его немножко по-другому. Сейчас я подумаю. Я вот думаю, может быть, агитаторы сделать. И исследователя. Да. При армии не хочется использовать, если честно. Так, ну здесь мы продолжаем. Знаете, убежал, да? В основном заниматься разведывательной деятельностью. Теперь Ганти можем взять спокойно. Но пока в этом не вижу смысла. Так, отсюда армия ушла, значит, нужно Нуманцы подсвечивать. Пускай здесь, короче, занимается агитацией, да? Так. Ну все. Сдаем. Я слышал, что наши сокровища не хватает денег. Perhaps you might feel the urge to remedy that. Деньги просят. Ух ты, проскочил-то как, а? А как он так проскочил-то? Откуда он вообще проскочил? Не пойму, у меня же там стоит армия. Блин, я не пойму, как она могла... Ну-ка.
Сейчас посмотрим. Ну, стоит на переправе. Здесь, что ли, проход есть? Видимо, да, есть. Ну ладно, вернемся. Ну, собственно, действие повторилось. Давайте сражаться. Так, ну тут какая задача? Измотать их максимально. Понятное дело, поселение мы Октодур потеряем. Встретимся на поле битвы. Так, ну я тут расставился. Насколько это было удобно, возможно, на этой локации с имеющимися силами. Вот они прут. Обычно как? Сюда часть войск идет, а другая вот так вот оббегает и здесь нападает, насколько я помню. Как будет сейчас ХЗ? Ну, очень похоже, что так и будет. Да, судя по всему, они сюда не пойдут. А муж и пойдут. Ну а и вот на такой локации, ну как и на всех, действует шаблонно. Да, сильный, сильный, что говорить. Так, отставить стрельбу. Блять, сказал отставить стрельбу. Или не сказал, не понял. Ну, короче. Ну, максимально использую потенциал своих стрелков. Но это много не дает, конечно. Вот этих ребят я буду использовать, наверное, против стрелков противника. Ну и если они, конечно, у них есть. Ну, тут одна тяжелая пехота, я смотрю. Не, есть. Но их немного. Да блин. А, все, я понял. Так, подожди, подожди, что не так? А, вот эта хуйня нажалась, блин. Я думаю, что за хрень, а? Почему, блин, нету приказа стрельбы? Ну, пуляйте. А, все, отключил, блин. И не включил. Просто голожопах надо было, конечно, дротиками, ну ладно.
Так, отстрелялись. Нет, это нам не подходит. Йо! Откуда они прорвались? Очень странно. Все. Боезапас кончился. Ну, теперь только смотреть, как умирают римляне. Но не сдается, надеюсь. Конечно, этот прорыв крайне неприятный, очень много проблем принес. Да и мог бы еще покидать дротики, конечно. Посмотри, дерутся еще. Не смогли мы этих голых фанатиков разбить. Но они очень хороши в ближнем бою. Главный их минус — это отсутствие брони. В остальном все при них. Как они долго сдерживают, да? Слушайте, войска выглядят отлично. Не нужно им никакой рескина, если честно. Все такая себятина. Но мне понравилось, конечно, как войска в Дее выглядят. Если не ставить ничего сверху. Так, ну ладно. Давайте посмотрим, сколько мы у них отъели. 1000 человек они потеряли. Против 1000 гарнизона, я думаю, нормально. Ну, качество, вы видите, какое было. Очень хороший состав.
они встали. Встали там, значит. Ну, это будет их могилой. Ардей предлагает нам стать их... Не-не-не, никаких протекторов, еще сейчас мне главу испортите. Здесь почему-то не боевые потери идут. Здесь был эдикт на верность партии, которой это принадлежит. Но мы сейчас это все вернем, конечно. Ваш технический уничтожил наемного убийцу, вы доказали свою силу и произвели впечатление на все партии. Верность плюс 5, количество ходов 5. Армия уничтожена. Ну, говорю, Октодур станет могилой для сынов Брены. Убежать они отсюда уже никуда не смогут. Но они будут умирать долго. И дорого отдавать свои души. Жизни. Вопрос только, кто возьмет на себя честь. Ну, вообще напрашивается, что 9-й легион. Потому что, я так понимаю, отсюда откуда-то они пришли. Воздействие, видимо, агента было нападение, да. То ли это был в прошлый ход, но я не вижу сообщения. Ладно. В любом случае, агента у нас полный набор, да? Полный набор. Тогда все, уходим отсюда. Так. Значит, одна пойдет сюда. Тациния Блеза. Бибракта пустая. Вторая пойдет в Германию. Нижняя, которая. Ну вот, исходя из разведданных, примем решение. Ну, тут армии, можно сказать, нету. Это все ерунда. Заказное убийство. 28. Это мало, конечно. Мы еще не видим, кто в Немесе. И мы должны понимать, что у пиктонов там все хорошо. Там может быть полторы армии, если не две. Опять же, туда суваться без разведки. Но я думаю поступить следующим образом. Блин, все войска что-то у нас немного с потерями. Короче, 9-й легион Октодор идет возвращать.
Держим пока их. Вот, здесь, я думаю, немец нужно атаковать. Ну, надеюсь, там никого. А, блин. Не хватает очков движения. Печально. Ну, ладно, здесь останемся. Погнали. Встретимся на поле битвы. Так, ну я решил тут на возвышенности расположиться. Сейчас посмотрим. Так, топорники будут у нас с другого фланга атаковать. Ну и в резерве у меня вспомогательная пехота, союзная пехота. Я думаю ее сюда пустить. Октодор. Так, ну надо ускоряться. Думаю, два отряда сюда. Два отряда сюда. Так, тут накрыли стрелков, я так понимаю. Thank you.
Все понятно. Кавалерии вообще потерь нет. Столько уже грязи наделала. Напомню, полководец у них давно уже погиб. Да, встретимся на глобале. Так, это же диктатор был. Папириум вернулся. Регион, значит, мы здесь сделаем то же самое. Верность, да? Где это? Верность партии. Плюс 10. Так, это первые, да? Смотрю, традиция. Ну, пускай будут грозные бойцы. Так, тактик. Да, обидно, что до немеса не дошли. Ну, ничего.
Так, а еще у нас тут же был... Точно помню, был Патриций, да, где-то здесь. А, он был в Испании. Вот он. Вот, кстати, армия. Он, наверное, единственная армия, которая у них есть в Испании. Ну, пускай она там будет. Просто опасность какая, может быть? Откуда они нас могут удивить? Да, собственно, ниоткуда. Давайте здесь попиратствуем. Ниоткуда. Все перекрыто, по идее. Так, сейчас я посмотрю, что там со строительством. Ну вот в Риме, в Италии, вернее, да, можно поставить выгоны, да, либо ямы для зерна. Ну, выгоны, конечно, выгоднее выгоны. Вот, ну и, конечно, казармы, когорты я буду здесь ставить, это однозначно. Смотрю дальше. В Азии, а именно в Эфесе, строим архив. Через ход здесь будет прибавка к пище. В Писенунте у нас строятся растительные каналы. Ну и, собственно, на этом все. Больше я тут ничего такого не увидел. Оставим здесь нашего Децима. Пускай он тут занимается расхитительством. Так. Просто будем изучать карту. Вот в какую сторону пойти, да? Непонятно. Тут вроде все нам подсвечено. Давайте пойдем на юг. Так, посмотрим, что можно сделать во вкладке внутренней политики. Но прежде всего Велия Акулия. Нет, не Велия Акулия. И Буция, жена нашего диктатора. Ну ничего пока с ней сделать нельзя. Отправлю опять же продовольствие. Пускай будет Бетика. Ну, я думаю, можно потихонечку заручаться поддержкой, да? У нас какое сейчас 32 влияние. Верность-то очень большая со стороны конкурентов. Почему бы потихонечку не выходить в лидера, да? Так, что-то я не понял. Два процента я не увидел. Было 32 и осталось 32. Ну-ка еще раз. А, нет. Наверное, было 30. Ну, сейчас 35, короче. Будет верность падать. Минус 2. Но ничего. Потихонечку я хочу вывести свою партию тоже на лидирующие позиции. Но при этом как бы не сильно отрываться от остальных. Так. Ну, что получается? Надо сдавать ход и смотреть, что будет дальше. Вроде бы я все сделал. Все, ставлю на паузу, делаю переход хода, потому что переходы стали такие немножко бесячие, очень много предложений, все хотят у меня денег, а денег у меня много, поэтому и клянчут.
Так, вот переход ничего не состоялось, вообще никаких предложений не было, ничего. Все достаточно быстро. Так, направление развития, военные амбиции, прогресс общества. Да, мы сейчас гражданские технологии изучаем. Так, резня это где? Отбитос. Мне кажется, да, это был Патриций, который здесь деньги воровал. Ранение получил. Да, ты что? Он при армии был, Патриций, да, точно. Ну ладно. Что-то он там, короче, как-то усилил войска. Так, зима. Зима, холода. Так, ну давайте сначала разберемся с докладами. Вот, пожалуйста. Бурдигала. Смотрим. Через ход будет рыбный порт. Это хорошо. Сразу же здесь ставим. Где она там? Лавка деликатес. Это еще даст пищи. Здесь ставим алтарь Юпитера. Возможно, на порядок. Хотя с порядком здесь все отлично. Тогда вот библиотеку. Гарнизон муниципи. Вот не знаю, Даша. Вот эти вещи, они как-то не очень мне нужны. Тем более они стационарные. Оставим как есть. А здесь... здесь будем идти в ветку вспомогательных войск. Потому что вот это будет союзные знатные всадники. Но это, блин, не обязательно столицы поставить, конечно. Можно поставить где-нибудь еще. Блин, у меня руки лед. На улице холодно и дома холодно. Отопление выключили. Когда была жара, блин, 20 градусов в Москве, блин. И батареи работали. Вот, у меня чугунные батареи, кирпичный дом. Короче, блин, пипец. Тут, блин, вместе с животными с ума сходили от жары. Даже вентилятор достал. А сейчас холодно, все мерзнут. Так. Ну, прям вот как в игре. Тоже погода, как будто за окном зима. А на самом деле май. Ну что, там дуб зацвел. Вот и дубеемся от холода. Так, короче, здесь, да, я буду идти в лагерь вспомогательных войск. Потихонечку, полигонечку. Армия восстанавливается. Меня интересует больше всего, вот что вот здесь находится. Больше всего. Понятно. Ну, немец будем точно брать. Это однозначно. Бой пройду чуть позже. Ну, тут я все бои провожу исключительно вручную. Таковы условия прохождения. Вот. Ну, а после тогда, видимо, либо силами двумя легионов, либо достаточно будет одного. На лимун. И все. И глава будет закрыта. Так, давайте дальше по строительству посмотрим. Бурдигалу изучили. Так, здесь понятно, здесь понятно. Ну, все, здесь нечего смотреть. Так. Не поверите, поставил на паузу, пошел утеплился. Поэтому мысли потерял, о чем тут говорил. Блин, реально холодно дома. Так, ну, все.
посмотрели все эти сообщения. Сейчас надо провести здесь бой. Ну, это я не на запись, конечно же. Небольшой отрывок из битвы. Ну, тут уже под конец. Ну, как? Не, самое начало сходки, но... Такая активная фаза. Стремительная атака римлян. Все. 60 с чем-то бойцов потерял. Ну вот, лимонум остался. Так, здесь тоже все рушим. Желательно, конечно, потом посмотреть подсветку. Вот, а Invicta, тут вопрос, куда пойти. На Висонтию или на Бибракту? Вот хз. Или же вообще вот тут остаться и ждать. Возможно, нам нужно понять, какие силы находятся вот здесь, на севере Аквитании. Ну и после этого я пойму, хватит одного или нужно два легиона. Если хватит одного, тогда развернем третий легион в сторону Бибракты. А Invicta пойдет на Висонтию. Так, Феррата. Смотрим, что здесь у нас. Полководец, да? Тут, кстати, можно предмет дать. Ничего интересного вообще. Так. Ну тоже, блин, да? Эти войска просто очень долго сидели в гарнизонах, поэтому вот у них так вот все. Ну тоже дам стратегию, чтобы равномерно его характеристики развивать. Это у нас был Симпронец и Курин. В принципе, я бы мог бы сходу атаковать и Бибракту, и Висонтию. Очень серьезный отряд. Посмотрите, какой идет. Людской рок. 4 отряда присягнувших, 4 отряда знатных копейщиков. Это вообще... Очень сильная армия. Посмотрел, какие здесь есть возможности найма. Да, но это, конечно, серьезно. Сейчас они еще наймутся. Вот, конечно, никакой речи не может быть идти об атаке на стены. Вот эту армию надо встречать в поле, это однозначно. За ней нужен глаз да глаз. Тут что идет? Тут ни о чем. Командир Таранусос. Ну, такой начинающий. В принципе, можем вот здесь лагерем встать. И перекрыть ему, да, проход. Блин, хотя, блин, как он пойдет, непонятно. Тогда тоже мне казалось, что я перекрыл, но тут, видите, есть проходы. С другой стороны, как-то поближе хочется
быть к этой армии. Например, чтобы на корень. Ну, давайте, короче, я все-таки двинул сюда диктатора. Мы станем лагерем. Может быть, он меня атакует, но это маловероятно. Так. Здесь мы потеряли из виду галов, армию галов, которая была в Нумации. Предположу, что они сюда пошли. Смотрите, угадал. Диверсия в войсках какая? А, на... подкупить отряд. Давай. Неудача. Ну ладно, зато рост идет опыта. 83 года, господи. Так, ну они, наверное, в Бурдигалу идут. Куда они еще могут идти? На быстром марше. Если бы они бы шли в Таракон, они бы как-то, наверное, так шли, да? Пожалуй, я сниму легион. Просто вот здесь поставлю. А там будет видно. Легион Хиспания. Тут даже есть, видите, союзные скутарии. Так, я думаю, нужно сдавать ход. Нет, мы сначала поднимем в звание нашу супругу диктатора. Все, она стала Матроной. Так, тут все по-прежнему очень хорошо. По-прежнему это очень дорогое удовольствие. Ну, пускай, пускай. Деньги у нас есть, пускай в этот раз в Африку отправляется. Кстати, ей можно хитрость увеличить. Она сможет воровать деньги. Но это нам сейчас вообще не нужно. Вообще, я так смотрю, у нас не очень-то и много в семье полководцев. Они, получается, все у нас в других семьях, да? Дом Папирьев. Дом Юниев. Дом Папирьев, Папирьев, Папирьев. Какая-то интересная ситуация получилась. Ну вот у нас Апи Корнели Ланат. У него жена из дома Папирьев. Также у нас есть еще Децим Корнели Лангин. Но они все находятся очень далеко от основных событий. Как вариант, конечно же, снимать их с легионов, призывать в Рим. Ну, этот, ладно, этот еще работает на... Корнели Ланат работает еще как флотоводец. Короче, забирать их и кидать действующую армию. Так, а претенденты у нас? Ну, они есть. Да, они есть. Давайте так и сделаем. Короче, Феррати освободим от должности. Юлиев, Юлиев. Давай из Юлиев кого-нибудь. Воодушевление с чужими оккупацией. Вот. Да.
И из Африки заберем нашего полководца. Опять же из Юлиев. А потом призовем его в армию в Галлии. Верно? А то, что-то у меня представитель моего семейства практически не воюет, кроме диктатора. Диктатор отдувается за всех. Но вектор военный сменился в нашей экспансии с востока на запад, а там очень мало было представителей. И то диктатор-то, помните, воевал сначала на востоке, просто он сменился, он умер. Так, ну все, я сдаю ход. По-моему... Да, вот единственное, что вот здесь мы путешествуем, изучаем. Какие города здесь? Сузы, Переполь. Это у нас получается... Что-то я потерялся. Это где? Это Индийский океан, что ли, уже? Персидский залив, получается? Да. Ну, давай Аравию будем изучать тогда. Это Двуречье, Междуречье. Давай белочку прожмем. Так, вроде все. Ну, давайте. Прерву пока. Так, у нас ранили персонажа. Это где? Это здесь. Агент атаковал нашего патриция. Угу. Потеряли мы тут соглядатая. Сын достиг совершеннолетия. Пакул Корнелий Триарий. Угу. Ну, да, в армию ему еще рано, мы его покачаем так. В общем, займемся им потом. Сейчас его просто на какое-нибудь безобидное задание, там, не знаю, устроить игры, да? Где у нас проседает общественный порядок? Нигде. Понятно. А пища, да, будет дорого. 6 тысяч. Ладно, пускай. Он, кстати, хитрость получил. Ага. И умер ветеран, кстати. Так, а... По приарме, что ли, он был, по-моему. Да, он был в легионе. Брундизий. По этому региону свободно разгуливают враги. Где? Пока что легионы не могли их остановить, но с этим надо что-то делать. Влияние в сенате. На сенаторов минус 5. А почему? Какие враги? Кто? Вот это что ли? Это же не враги, мы не воюем. Так, рыбный порт Бурдигали построился. Ну так потихонечку с пищей сейчас будет все нормально. Так, здесь по традиции лагерь, ну, для гарнизона, да, и поля. Тоже. Кстати, Гай Марий это тоже из наших будет. Гай Марий, Гай Марий. Нет? А, нет, 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 нет. Это Юлия. Юлия. Угу. Юлия. Ну вот сейчас мы его поменяем на, как его... А...
Децим Корнелия Лангин. Давай. Вот он. Вот. Теперь дом Корнелиев представлен на этом театре действий более широко. Так, ну теперь надо что? Обязательно посмотреть, что вон там. Да, при переходе из Бибракты убежала вот эта армия сюда. Но она, конечно, слаба. Можно нанять наемников спокойно. При этом мы нанять дополнительную армию не можем, кроме как флота, да? Угу. Так, ладно, смотрим, что здесь. Два стека. Ну, понятно. Здесь у нас фланг не прикрыт. Здесь очень сильная армия. Прям вообще пипец, какая она сильная будет. Здесь мы просто за ней наблюдаем. Нечем нам брать Бибракту, получается. Нечем. И здесь еще армия куда-то свернула. Непонятно, да, куда. Можно проверить побережье. Или не убирать вообще отсюда. Ну а что будем сюда идти, да? Да, плохо, что агенты пропали. Не пойму, куда же он делся. Здесь он не может быть. Мне кажется, он отступил. Да. Ладно. Весна, да? Весна. Надо двигать по направлению к Лимону. Ну-му. Так, здесь мы ставим на обилочку. Так, а здесь уже нервы. Нервы нас вообще мало интересуют. Давай вот так вот. Очень сильная армия. Можно было бы взять в осаду, да? Но нет. Будем стоять в лагере. Если они на меня нападут, вот этот людской рог, вот, лагерь мне поможет. Отбиться, правда, очень много присягнувших. В ближнем бою будут вырезать. Жестко вырезать будут. Может быть, было бы смысл и сыграть на просторе. Сыграть в поле. Думаю, спровоцировать их на атаку. Из лагеря-то я могу тоже выйти, правильно? Лагерь мы оставим. Может дать бой около стен лагеря. Поэтому не буду терять эту позицию. Тем более тут, видите... Тем более что мы видим? Защита в ближнем бою всех отрядов 10%. Угу. Ну, тут можно еще какие-то защитные там всякие сооружения сделать, которые не очень, честно говоря, в игре решают. Криво, потому что сделаны. Так, ладно. Ну, мы очень близки к завершению этой главы. Не знаю, что в этой серии получится, нет.
прям совсем близки. Гальские войны. Так. По агентам надо пробежаться. Ну, наверное, сюда сворачивать не буду. Пойду в Аравию. Вот так вот буду здесь изучать. Так, потом у меня... Вот агент еще поправился. Но, видите, он телепортировался в Эдессу. Он у нас, в принципе, на воровство рассчитан. Местные города какие-то очень бедные. Соседние города. Дура Европас, ну-ка. Пергам куда переехал? Ну, видите, какие доходы? Вообще ни о чем. Так, строить ничего не нужно. Единственное, что вот здесь я не посмотрел, какие предметы у полководца можно добавить. Так, авторитет при командовании армии. Ну, это ладно. Статуэтка фамильных... Ну, понятно, это верность иметь детей. Так, это на боевой дух. При наборе все. Зачем это вообще сделали? Вот... Принципал. Навалиться на этих сопляков раньше, чем они навалятся на нас. Вот и весь секрет победы. Боевой дух всех отрядов 2%. Ерунда, но хоть что-то. А получается все. Да. У нас есть резерв на сановника и воителя. Но это потом. С использованием агента. Вербовщика. Да, вот, мастер по связям. Ну, в принципе, можно будет на следующий ход отойти и наняться. И получим здесь в регионе еще два агента. С другой стороны, сейчас компания будет заканчиваться, будет другая глава, и что там вообще непонятно. Ладно, сдаю, ставлю пока на паузу. Вот! Собственно, чего я ожидал, то и произошло. Мне почему-то кажется, что это нужно оставить на следующую серию. И там у нас тогда будет и этот бой, да, и, соответственно, бой за Лимон. За Лимон тогда, так и назовем. Вот. И закроется, скорее всего, глава. Ну или продолжится. В случае неудачи, да? Потому что вот эти два боя сейчас... Ну, вот этот бой точно не впихнуть в эту серию по продолжительности. Она выйдет далеко за час. Все, тогда на этом и остановимся. Это у нас получается... 34-я серия. Вот. 35-я серия будет у нас прямо на боевка. Все, за сим все. Вам хорошего вечера. Играйте в любимые Total War. Пока-пока.